Всем привет! Сегодня я вас научу, как сделать красивый аватар для формы. Создаем новый файл 150 на 150. Дальше выбираем инструмент прямоугольник с закругленными углами. Цвет. Цвет я использую голубой. Да, вот так, думаю, нормально будет. Дальше растрировать слой. Делаем дубликат. Ctrl-J или русская O. Заходим. Фильтр. Рендеринг. И эффект освещения. Мягкая лампочка. Окей. Ставим непрозрачность 20% и объединяем Ctrl-I или русская U. Дальше делаем также дубликат. Заходим в фильтр, шум и добавить шум. Окей. Непрозрачность 10%. Объединяем. Дальше создаем обводку. Обводка. Выбираем цвет. Где-то. Вот так нормально будет. И размер 1. Ставим положение внутри. Дальше. Внешнее освещение. Точнее, внутреннее. Извиняюсь. Цвет белый. И непрозрачность, думаю, 30. Да, 30% вполне хватит. И режим наложения нормальный. Окей. Дальше создаем текст. Любой текст. Цвет. Цвет любой. Я сделаю такой. Потемнее. Да. Дальше заходим в стиль слоя. Тень. Один. Один. Думаю, вот. 90. Да, 90. Так, все. Дальше мы можем наложить текстуру. Да, вот так нормально. Выбираем текстуру. Это у меня есть уже скачанная. Сайт, на котором можно выбрать изображение, я оставлю под видео. Так, делаем. Сначала иллюстрируем. Зажимаем левый Alt и между слоями делаем клик. Так, вот видим, у нас что-то уже получилось. Прозрачность, я думаю, можно сделать чуть меньше. Так, где-то. И дальше уже работает ваша фантазия. Ну, я сделаю инструмент, линия. Так. Делаем вот такой, зажимаем Shift, проводим вот такую небольшую полоску и растрируем. Дальше фильтр. Размытие с движением.
как бы подчеркнули наш текст. Можно наложить блик. Выбираем инструмент. Инструмент прямолинейный Vasso. Дальше используем градиент. Выделение. Также меняем. Непрозрачность сделаем чуть меньше. 65-70. Ну, дальше там смотрите, как я поставлю. Вот 87. Здесь чуть-чуть нужно открыть. Так. Давайте сделаем вот такой блик. Используем заливка. Белый. Прозрачность. Так, меньше. Дальше файл сохранить для веб. Сохранить. Вот такая аватарка. Учитесь, фантазируйте. Всем удачи, успехов. Спасибо за просмотр. Всем пока.